Еще три жертвы ДТП. Последнюю неделю в сводках все чаще встречается информация о крупных авариях. Одна из таких произошла вечером в четверг на улице Станкостроителей. Легковой автомобиль марки Mitsubishi с шашечками такси на большой скорости врезался в фуру МАН, притормозившую на светофоре. Легковую иномарку сильно смяло. Водитель и два пассажира погибли до приезда кареты скорой помощи. Их тела спасатели буквально вырезали из авто. Еще один пассажир с признаками алкогольного опьянения и открытой черепно-мозговой травмой доставлен в больницу. Известно, что в момент происшествия водитель не выполнял заказ. Пассажиры не являлись пользователями сервиса такси. Водитель автомобиля МАН трезв, у остальных участников дорожно-транспортного происшествия взяты биологические анализы на предмет состояния нахождения в состоянии опьянения. Причина ДТП в настоящий момент устанавливается. Сотрудники госавтоинспекции надеются на показания очевидцев. В настоящее время разыскиваем записи с видеорегистраторов возможных очевидцев совершения данного дорожно-транспортного происшествия.